Так, ну что, начали. Первая карта Blood Run. Всем привет. Еще раз, кто присоединился, с вами Хвойный. Сегодня комментируем Торик наш. Играет рандома Инвадер. Первая карта Blood Run. Винда 3 карт. По системе Ball 3. Погнали. Комментировать буду я, Хвойный. Всем привет. Еще раз. Очень интересный должен выйти матч, так как Blood Run довольно балансированная карта. И тут, в принципе, можно на любом чемпионе играть. А я напомню, рандом выбрал Галену, а Инвадер выбрал Doom Slayer. Этих же персонажей уже не будет на следующей карте, потому что у нас по выбыванию получается, то есть до 6 персонажей. Готовьтесь к бою. Раунд начнется через 3. Так, посмотрим пока за инвадером. Так, у инвадера хороший спан у Миги. Так, уже начинается нападение, рандом. Отошел немного. И красный лежит. И рандом забирает красный. А инвадер у нас ждет. Так, еще один хороший рейл. Получает инвадер. Забирает маленький армор. И рандом у нас забирает Мегу. На пополам разделенной карте они сейчас находятся. Инвадер слушает своего соперника, но что-то затормозил немного. И первый фраг от рандома. Так, у инвадера спан около Меги. Сейчас снова будет нападение. Пытается просадить его с машингана, но оставляет его. И в итоге рандом делает второй минус. Слышит своего соперника. Забирает Мегу. И вдогонку рейл. Рандома. Инвадер же у нас пытается уйти. Кидает штрафную ракетку и попадает, кстати говоря. Но рандома 100 на 50. Он забирает красный, а инвадер пытается отъесться. Мега уже должна быть, и сейчас должна быть драка за Мегу. Немного застревает инвадер. В итоге рандом делает третий фраг. Инвадер спаун около плазмы. Пытается догнать его. Потому что сейчас красный, и скорее всего... Да, скорее всего рандом забирает красный. У инвадера сейчас большие проблемы, ему надо собраться, взять стек. Он пытается отбиться, хорошо прошафтил, мог бы дальше пойти, но он почему-то не стал дальше идти. Хотя мог бы и убить, кстати говоря. В итоге он оставил его и рандом забирает Мегу. И уже сейчас битва за красный у нас будет. В итоге двойной фраг. Оба друг друга убили. Хорошо. У инвадера на шотгане спан, он забирает и мог бы собрать с тобой, как, кстати, но чуть-чуть не повезло. Так, сейчас же рандом забирает Мегу, и у него есть все шансы, чтобы сделать еще один минус. А у инвадера только плазма. Он пытается немного просадить по стеку своего противника. Рандом же уходит тактично. И сейчас должен быть красный. Так, но инвадеру удалось чуть забрать красный армор. Отстреливается с плазмой и пытается размансовать его, но рандом все посчитал. У него контроль за Мегуэй.
Так, еще один хороший рейл рандома. Он забирает также красный. Инвадеру остается только убегать. Но он не стал этого делать. Он думал просадить немножечко. Так, спаун на рокете. Мега все так же за рандомом. И надо этот контроль как-то перенять, потому что у инвадера сейчас большие проблемы. Великолепная рельса от рандома. В прыжке даже. Это было сильно, конечно. Вот, инвадер. Но он не знает, что делать с этим контролем. Ему надо как-то просадить и засечь предметы. Вот сейчас, например, мега. По идее, он мог успевать. Он мог прыгнуть на мегу. Даже по тем же думам. И попытаться забрать и перенять контроль. Но это очередной фраг от рандома. И он снова забирает мегу. А сейчас битва за красный. А рандом ждет, когда он прыгнет. Неплохое, кстати. Увернулся инвадер таки. И он увел красный с подноса. Но... Так, остается 5 минут. Пока что счет не в пользу инвадера. Но пока счет за рандомом. Так, мега появилась. Забирает спокойно инвадер. Мегу. Видимо, рандом просчитался где-то. Точность. У рандома 45%, а у инвадера всего 19%. Очень странный мув, на самом деле, был от инвадера. Потому что он мог сделать минус, в принципе. Потому что рандом сейчас не в самом лучшем положении. Он может его просто заспамить дробовиком. Мега, кстати, лежит, а инвадер почему-то этого не увидел. Также и появляется красный. Все-таки забирает рандом. Но тут уже... Инвадеру некуда было деваться. Можно было кстати, попробовать разбанцевать через Rocket Jump, но не знаю, почему он этого не сделал. И все меньше и меньше шансов у инвадера перенять контроль на этой карте, потому что остается 4 минуты, а контроль по предметам нет, но он забирает все-таки мигу. И сейчас как раз красный отдает его рандому. По стеку у них одинаково 150 на 100, поэтому можно попробовать подраться. На самом деле я не понимаю, почему инвадер в этой игре не берет рейл категорически, потому что у него, насколько я помню, довольно хороший рейл. Он бы мог просто издалека просадить и перенести контроль, но он почему-то этого не делает. Он пытается отбиваться, и такое ощущение, что он его боится. Так, выход на красный. Мог бы, кстати, сейчас просадить немножечко. Непонятно пока действие инвадера. Посмотрим за рандомом, что он думает. Так, пытается его нагнать. Рандом, знаешь, сейчас мега, но отпускает его. Слушает. Мой инвадер забрал что-то, поэтому... Так, выход вплотную. По стеку должен был инвадер победить, но... Ему не хватило то ли точности, то ли не повезло, я не знаю. Но счет уже 12-1. И рандом уже себя уверенно чувствует, хотя инвадер убил его с ульты, что неплохо. Так, спаун на плазме, что у нас делает инвадер? Пытается не пустить к красному, но не очень получилось. Тебя просадил неплохо так, в принципе можно было идти в атаку, но предпочитает играть пассивно.
мега через 5 секунд. И у рандома же все посчитано. Поэтому инвайдер дает мигу. А также через 3 секунды красный. Ну, инвайдер не замечает этого и рвется в бой. Осталась 1 минута. Хороший мог бы быть и рейл в воздухе, в принципе. Пара рейлов мог бы рандом и умереть здесь. Но все же фраг за рандомом, опять же 13-2 счет. И тут уже, видимо, все предрешено как бы. Уже в отчаянии инвайдер пытается с дробовика убить фулстекового рандома. Но там уже такой стек, что инвайдер понял, что уже что не сможет здесь ничего сделать, и это уже счет 15-2. И это ГГ. Поражение. И рандом у нас забирает первую карту, получается. Авокин. Ой, тьфу ты. Не Авокин. Бладран. Вот такая статистика у нас. 35 точностью рандома, 22 у инвайдера. Рандом пережал по контролю. А, тьфу ты. Да, рандом пережал по контролю, по сути. Очень много было точных попаданий у него, поэтому эта карта за ним. Что ж, как-то так. Так, по персонажам. Так, я думаю, надо сделать перерывчик небольшой, чтобы наши игроки подготовились к следующей карте. Тут же тоже такая интересная карта. Опять же, тут больше шансов, точнее, больше вариаций на тактике. То есть можно и закрысить, и играть в аркаду. Опять же, больше вариантов битвы за предметы, так как на том же Бладране карта очень маленькая, но довольно балансная. Здесь же меньше баланса, но здесь больше вариаций для того, чтобы подраться за предметы. То есть также можно, например, с мигой снизу подраться или же сверху. В то время как красным можно устроить засаду. Тем более, что Айсен может вполне устроить засаду на красном. Готовьтесь к бою. Раунд начнется через 3, 2, 1, в бой. Так, у рандома спаун около маленького. Так, он дает просветку и видит инвайдера на Эйсене. Тот пытается его заспамить ракетами, но уходит. Там. Рандом у нас забирает красный, а инвайдер забирает мигу. Так, оба пока не вступает в бойню. Инвайдер спускается, пытается заспавить ракетами. Но у рандома сильный шаг. И это первый фраг. Не очень грамотное использование турели, я бы сказал, на самом деле. У инвайдера спавн около рейва. И в итоге рандом забирает мигу. И красный уже появился. Рандом дает просветочку. Пытается отстреляться, но у инвайдера только рейл и маленький дробовик. Так, в итоге пытается он его заспамить. Здесь бы, конечно, нужно было поставить... Отлично! Превосходный рейл от инвайдера, кстати. Вот то, о чем я говорил. Вот если бы он забрал рейл, как он играл на Бладране, он бы мог отстреляться, потому что у инвайдера хороший рейл. А рандом больше любит аркадничать после того, как забрал стек. И в итоге рандом собирает красный.
А у инвадера мега на контроле. У него есть рокет, шафт и рейл для того, чтобы сделать, в принципе, минус. Рандом сейчас не в самом лучшем положении, и, в принципе, можно будет атаковать его. Через 5 секунд мега, и за инвадером следующий фраг, но он очень лоу хп. Мега лежит, но он ее не забирает, хотя он послышал. Так, он ставит турель. Рандом не слышал этого. И в итоге инвадер забирает красный и отхиливается. Мега все еще лежит. И, скорее всего, ее заберет рандом, потому что инвадер отпускает ее. Или же он просто об этом не знает. Вот, увидел мегу. И сейчас, по идее, рандом должен аркадничать, чтобы выправить свое положение, так как инвадер лоу хп. И он знает, когда появится красный, но у него нет хп. Попытка не пускается, но инвадер забирает красный, попытка заспамить ракетами. Рано пытается отбиться шифтом, но инвадер уходит на лоу хп. И через 5 секунд мега. Рандом дает просветку, это шанс, чтобы сделать фраг. Но отпускает его. Видимо, рандом не посчитал мигу, и инвадер забирает ее. Не слышит своего соперника рядом. Пытается отстреляться ракетами в узком коридоре. В итоге рандом снова идет в аркаду и задавливает своего соперника. Инвадер спавнится на рейле. А рандом тем временем ищет своего соперника. 100 на 3 с него. Забирает красный, я так понимаю, да. Забирает красный. Пытается отстреляться. Инвадер уходит на лоу хп, но есть шанс отхилиться и попробовать уйти в контратаку. Потому что еще 2-2. Рандом забирать не будет. И пытается убить его. Промахивается с рельсы. Начинает стрелять по турели. Хорошая. Хорошая попытка. Осталось 4 хп. Превосходный рейл. Он мог бы убить, кстати. Инвадер все правильно сделал. Поставив турель наверх и сам спрыгнул вниз. Так сам попытавшись размансовать соперника. Инвадер забирает, кстати, мегу. А рандом на шифте слушает бежевое. И не очень удачно получилось. Инвадер убивает сам себя. У него спавн около маленького. И сейчас будет шанс сделать еще один минус. Рандом пытается уйти под турелью. Инвадер спасается, но рандом забирает красный. И сейчас уже мега. По идее, инвадер должен забирать. Но он не слышит. Он не слышит мегу. Она появилась сзади него только что. И в итоге он отдает просто стек. У рандома фулл-стек, и он просто с ульты убивает его. И рандом может, в принципе, спокойно стоять и ожидать красный, пока инвадер будет собирать оружие. И он даже не в курсе, я думаю, что красный появился. Но инвадер, видимо, ждет мигу. Или не ждет уже. Видимо, он не посчитал предметы. Поэтому стек опять же уходит за рандом. У него теперь есть все шансы, чтобы делать еще. И да, просто рандом забирает его. Счет 5-1, пока 5 минут. Вот неплохо начал инвадер, но после что-то пошло не так. Опять же, вот ошибка грубейшая. Инвадер услышал красный, он должен был его услышать, но не сделал ничего. Кстати говоря, Алекс Холл 87, спасибо за подписку. Добро пожаловать. И рандом убивает с ракетницы инвадера. Инвадер просто грубейшая ошибка. Он слышал сзади, что у него заспался красный, но он не взял его. Непонятно почему, то ли реально не услышал, то ли просто забыл. Не знаю, то ли он боялся рандома, что он его просто заспамит. Хороший рейл. Но сейчас надо уходить. Но он не стал этого делать, поэтому рандом спокойно теперь забирает мигу. У него полный контроль есть. Вот то, о чем я говорил. Контроль. Контроль важен всегда на любой карте. Неважно, кем вы играете. Как раз битва за красный.
пытается проспамить шифтом. И на кропалях просто убивает рандома, хотя у него не было оружия. По сути, он использовал только шафт и пулемет. И сейчас все шансы есть, чтобы переманить счет на свою сторону, но опять же, без отхила инвайдер лезет в драку. Сейчас должен появиться красный, я надеюсь, он его засчитал. Нет, он уходит. Красный появился за ним. Инвайдер просто не слышит. Такое ощущение, что у него проблема со звуком. Это может быть технические проблемы со звуком, я не знаю. Но то, что он уже не первый раз пропустил предмет, который прямо за ним заспаунился. Пытается отстреляться машинганом. Ну и рандом спокойно забирает мигу из-за этого. Сейчас битва за красный должна быть, по идее. Инвайдер его засчитал, я так полагаю. Но рандом сбривает его с шифта и прогоняет оттуда. Так, рандом услышал броню и забирает ее. Неплохой рокет-джамп. Я даже не понял, он его увидел с рокет-джампа или нет. Но это было неплохо довольно. Пытается вплотную действовать. Видимо, знал, что у него лоу хп. И в итоге забирает мигу. У инвайдера сейчас очень большие проблемы. Он даже не знает, что делать. Пытается на перчатках. И в итоге инвайдер на перчатке забирает его. Неплохо, кстати. Это шанс, чтобы переманить счет на свою сторону. Хотя полторы минуты остается, но... Я видел, камбэки и покруче были. То есть, если пройтись по спаункиллам, надеюсь, что инвайдер знает про спаункиллы. Мега есть. В принципе, у инвайдера есть шанс, чтобы сделать стэк. Не берет почему-то ракетницу. И в итоге это становится его роковой ошибкой. А мог бы забрать, кстати, ракетницу и... Насовать, скажем так, рандому. Осталась одна минута. Но он почему-то этого сразу не сделал. У рандома, кстати, сейчас нету понимания, когда мега, потому что он ее пропустил. Пришел очень поздно и пытается в узком коридоре убить его. Эдвардя просто уходит, хотя у него был шанс сделать фраг, но за него сделал турель. Инвайдер, видно, встал на контроль, но уже слишком поздно, потому что 30 секунд остается до конца. И если бы он чуть раньше взял контроль, он бы мог победить, в принципе. Потому что рандом задавил с самого начала его по контролю. Ну и тут как бы ГГ. Рандом в итоге забирает третью карту. Счет 12-4. Поражение. И в итоге рандом выигрывает, по сути, две карты, а это значит, это победа в этом турнире рандома.